Всем привет, вы на канале Марки. Сегодня мы будем делать ловушки и дома. Короче, то это. Некрасиво. Хватит к зрителям с этой точкой повертаться. Вы помните? Недавно я снимал видео, там где была школа, ну и поскольку вы уже несколько видео смотрели некоторые, вот, это все, что от школы осталось. Вот, еще вон там где-то были, вот здесь были. Ну ладно, давай доломаем. Ну хотите, я еще одну часть по школу выпущу? Если, ну, я выпущу завтра, а если захочу и пораньше, про школу сейчас, ну ладно. Давай сделаем самую легенькую ловушку. Этого надо, ну, уже, ну, пускай будет золотая. Хочете, я еще один паркур выложу только с вот такими плитами? Ну ладно. Как-то этот ролик что-то длинный с приветствием. Ну и блоки надо. Любой блок. Что будет кирпич? Кирпич пускай будет. Вот, вроде как. Хотя не. Я не помню, как эта ловушка, если честно, работает. Надо больше поршней. Ну, эту ловушку легко спалить. Тогда какой-то кривалкий. Ля-ля-ля, тополя. Честно, не понял, как она работает. Ну ладно. Ладно. Как-то надо проверять ряд работающие ловушки. Ловушки. Ну чё. Очень надо. Врача. Или наживные плита пускай будет. Эту ловушку невероятно просто спалить. Вот.
если сюда еще и пруд я добавлю, то будет капец. Выбраться невозможно, но тут выбраться легко. Все. Вы на свободе. Ну, это какая-то фигня. Кстати, я говорил вначале, и еще дома. Давай сделаем какой-то домик с этой ловушкой. Ну, хотя с этой не получится, а вот другой получится. Твой кобблстоун еще. Ну, в шахте можно над другом пошутить. Главное, чтобы друг не обиделся. Ну, а то... Может быть, он вообще не будет разговаривать с вами. Ловушка интересная. Вот так. И чтобы он ничего не заподозрил. Ладно, возьму просто блоки чего-то. Почему мне второй стак изумрудных веток? В принципе, можно вот так заложить. Механизм простой. Главное, чтобы друг ничего не знал об этом. Сейчас будет капец. Давай какого-то моба возьмем. Опа, опа. Только обязательно эта ловушка должна быть с лавой. Ну, и сейчас опять лаву придется доставать. Ну все, в принципе, решетка нам не нужна. И теперь яйца кого-то берем. Кролика, осла. Свинью жалко. Зомби. Давай жителя заспауним. Косёл будет.
Ой. А у него в два раза больше хп. Только надо липкие поршни. А когда трог будет идти на это самое место, лаву закрывайте, только не изумрудными блоками, и всю ловушку ломайте. Ловушка такая странненькая. Почему мы до сих пор дом не делали? Давай сделаем крутой подземный дом. Это берем. Это берем. Это берем. Это берем. Хотя, чем столько дерева? Только будет один вид. Вот такой хай будет. И еще что? Красоты можно и кущики, кирпичики. Сделаем такой домик на одновременно максималках и на минималках. Давай сделаем вот такую высоту. Сделаем вот так. Делаем каркас. Вот такой каркас дома. Ну ладно, более-менее нормальненький дом заменим. Ну, дом сделаем хороший, только еще с ловушками. Но дом для ловушек слишком маленький. Ну и какой-то он не очень-то и квадратный. Я хотела его сделать квадратным. Вот так. У меня там что-то уже падает. Ну ладно. Видео переснимать не хочу. Не в том смысле, что для вас хочу стараться. Ну, в смысле, просто не хочу опять стараться. Теперь нормальный дом. Только вот это колонна. Только
нету модов на шипы и на все остальное. Это будет, так сказать, без модов. Вот, а зачем нам моды? Давайте-то возьмем. Давайте непрозрачную возьмем. О, гляньте, какой дом красотины. Закажите, ну, может быть, с подвохом. Ну да, он будет с подвохом. Но только я это буду на камеру заснимать. Ладно. Давай из того самого блока, что и школу. Ну, я думаю, знаете, из какого блока я делал школу. Обязательно окна сделаем. Вот тут пускай окна не будет. А, окна какие. Давай сделаем вот такие. Вот такие классненькие. О, давно хотел панорамные окна. Вы скажете, ну такой дом будет легкой добычей, но одновременно да и одновременно нет. Будем на монстрах проверять. У нас будет еще подвал. Гляньте, какой дом. Вот это дом легкая добыча. Видите, тут все застекленное. Поэтому мобы тут не пройдут. Давай вот так еще сделаем. Ну и обязательно освещение поставим. Давай вот такой фонарь. Все, теперь нормально.
что делать красивый подвал? Хотя если красивый подвал, то это видео будет очень длинным. Так что нет. Только мне надо не обычный поршень, а липкий. Ну давай просто сделаем штуки для интерьера. Вон липкий. Понятно. О, давай попробуем забахать кровать. А, 1.17 уже кровать бахать нельзя. Помещение с кроватями. Давай сделаем комнату для психов. Ну раз мы про психов, у нас в школе есть один псих. Попробуйте угадать, какое у него прозвище. Ладно. Я видео раньше выложу, чем вы напишите комментарий. Так что этого психа зовут Сундук. Не знаю, почему Сундук, но его так называют. Реально. Не знаю, почему псих Сундук, но так получилось. Неплохая такая комнатка. Хотите, я сделаю побег из тюрьмы в Майнкрафте. Ну, гляньте, какая комната для психов. Чуть-чуть, но, по-моему, комната нормальная. Ладно, я сам трясусь в реальной жизни. Все, валим отсюда. Ладно, вы были на канале Марк. Пока-пока.